Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, мой сын Ярик, Андрюха, Миха, Фантом. Как всегда, очень много классных подписчиков и подписчиц. Пацаны, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Привет. У нас карта Майнкрафт. Это у нас здоровенный вулкан. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А я буду пацанов искать и мочить. Даю вам 20 секунд для того, чтобы вы запрятались. Все, включаем режим максимального поиска. Кстати, а можно я за тобой буду следить, чтобы что-нибудь? Конечно, енотка ищет со мной. Как же приятно, что я буду не один. Нас теперь двое. Бери аниматроника с такого пилпака, как и я, FNAF 6. Вижу еще одну цель. Не надо. А кто это? Я. А, прощай. Последние слова. Эй! Я поем. Так нечестно, не могу попасть. Почему? А если я венежмент иску? Не, не работает. Так, невидимый вставать не могу. Но в этом есть прикол. Пусть убегают. Все равно убью. Никого. И все-таки... Знаешь, да, что? Знаешь, что я тебе хочу сказать? Команда спектейт не работает. Я не вижу, как ты крутишься. А, просто возьми предмет и вселись в него. И летай возле меня предметом. А, точно. Я забыла, что... Ты же забываешь. Это же Гаррис Мод. Здесь можно все делать. Я люблю эту игру. Это самая любимая моя игра. Потом, наверное, идет GTA 5, потом Scrap Mechanic и Brick Rix. Это, наверное, мои любимые игры. Потому что все-таки в GTA тоже какая-то есть песочница. Так, енотка, давай помогай, я что-то вижу, что я сам. Енотка испугался в угол. Это она. А, ну она. Ярик, Ярик, я знаю, где ты. Где я? Так я знаю. Я же знаю, как ты мыслишь. Нет. Ой, странно, очень телепортируюсь. Ого, я выскакиваю из воды, прям псих. Так, это было не близко. Я возле корабля, так скажем. Так, подсказка защиты. В корабле? Нет, я не в корабле, но возле корабля. Так, хорошо. Вот тут, мне кажется... Ну, я залетал туда без ноутбука. А тут карта еще что-то есть на этой карте, кроме вулкана? Не, только вулкан. Я же испугался, что мне придется лазить в какие-то хомыри. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И на канале осталось совсем немножечко, до миллиона. Давайте, ребята, помогите мне, пожалуйста, пацаны, девчонки. Вас прошу, хочется миллион подписчиков, золотую кнопку повешать на стену. И не спать всю ночь, и на нее смотреть. Как ты умер? Енотка, ты молодец. Ты убила злодея. А, я знаю, кто-то взял Scrap Baby и повторяет эти звуки. Наверное, это енотка. Давайте походим по этим домикам, потому что я хожу, болтаю и убил всего лишь одного человека. А я не понял, почему меня стреляют? Вот, наконец-то! Отлично! Отлично, ребята, ну что вы такие, как я? Ну, я тебе так скажу, ты возле меня, когда корабль чекал, ты прям возле меня плавал, но ты меня не нашел. Ты врешь. Ну, я тебе дам подсказку. Корабль... Ой, извини, Миха, я просто... У меня есть остров. Так. Тебе последняя подсказка, остров. Хорошо, я сейчас прочекаю еще там, а потом на остров приду, поищу тебя. Так, 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 так. А что ты мне врешь? Ты сказал то, что ты сначала прочекаешь остальные места, а потом остров. А я через чекаю остальные места. Я говорю тебе правду. Вот ты сейчас прям возле меня ходишь. Ушел. Пришел. Очень горячо, очень. Ой, тубро. Пацаны, берите аниматроника, вы ищите со мной. Вот я тебе так скажу. Мне настолько горячо сейчас, как это только возможно. Тебе стало холоднее. Да почему? Вот, скажу тебе так, только что опять было очень горячо. Я бы, если бы не было бы по-настоящему горячо... Так, так, так. Пол. Давайте, помогайте, где-то он тут ныкается. Ты хочешь, а я на самом видном месте спрятался. Кстати, я говорил это про моего спектайтерского стула.
Может, ты где-то прячешься? Так это про мой стул, который, с помощью которого я с тобой спектейчу. Ты меня обманываешь постоянно, врешь. Но так скажу. Вот сейчас, когда так, ты пошел Андрюха. К кораблю, я тебя видел. Когда ты пошел к кораблю, еще кого-то вижу, енот. Так. А вот теперь сейчас я тебя не вижу. Вот вижу сейчас Тубро. Тубро вижу. Так, давайте сделаем перекличку. Кого мы не нашли? Кого не нашли мы? Меня не нашли. Нет. Так, пацаны, ну что вы такие жесткие? Так, о, вижу тебя, папа. Ты стоишь на острове, там на корабль смотришь. Я смотрю, где ты меня и видишь. Ну, можешь смотреть, правда, ты меня не увидишь. Скажи так, тогда можно залезть без ноуклипа. Мини-мини подсказочка, так скажем. Хочешь, я тебе скажу? Отлично! Игроков спрятаться. Большинство игроков могли спрятаться на верхушке вулкана. Я уже там был, там никого нету. А, так там есть еще места в вулкане, в которые можно взобраться. Их там даже не возле лестницы, их там просто попутно куча. Их там просто миллиарды. Кстати, я уже в одной такой щелке нашел игрока, но не буду говорить какой. Так, что? Я буду потихоньку спускаться и находить. Отлично, отлично. Спасибо, Ярик, за подсказку, что ты своих и дружбанов спаливаешь. Очень приятно. Так, енотка бегает по кораблю. Так, а как же ты нас видишь, подлец? Кто взял аниматроника из Невстнаф 6? Нельзя брать таких аниматроников, нельзя. А чё, а да, только FNAF 6 можно. Ты взял каких-то Ignited. Вот енотка, это красиво выглядит, как вы меня ищете и не можете найти. Ярик, ты на В пролетел где-то. Нет, я не пролетел никуда. Так. Тут летает, тут Миха GG летает по небу. Так, надо отключить, короче, режим полета, наверное. А он отключенный. Кто будет летать за баню без причины, только я могу летать. Это только хайп монтировка. Ярик, я догадался, где ты. Где? Ты? Побыстрее говори, я убегу, если... Да я не знаю, где ты. О нет, пора убегать. Тебя сейчас найдут, я слышу, как пацаны тебя старают. Я хожу по деревьям, а звук стекла. Стеклянное дерево. Я сейчас... Так, ладно, я теперь понял, то, что ты уже смотришь примерно в моё местонахождение, пора оттуда уйдёт, пока ты меня не нашёл. Да. Нечестно на укрепе летать! А где ты? Ярик, ты что, убежал? Я уже почти убежал. Все, план Б начинается. Так где ты, подлец? Все это время, я скажу тебе так, в самом начале игры я решил спрятаться в дыре в корабле, но потом я перебежал в вулкан в щелочку. Я решил тебе дать подсказочку, но ты нашел не меня, чему я очень рад. А потом, в общем, я, когда ты меня уже нашел, я решил перебежать в, так скажем, деревню, вот. Там есть тоже одна нычка прикольная, там ты меня сапогов не найдешь. Придется взорвать всю карту из-за тебя, представляешь? Или выходи, или я взорву всю карту. Это ультиматум. Даю тебе на размышление 10 секунд. Так я же могу возродиться, что мне мешает. Нет, у тебя одна жизнь. Ты не можешь, у тебя, допустим, одна жизнь, и все. Если ты умрешь, то все. Хорошо, взрывай. Так умрут все, а так ты выйдешь, не все умрут. Нет, я не буду выходить. Не будешь? Ты вот так, ты пожертвуешь чужими... ты чужими жизнями будешь жертвовать? Заради своей одной? Нет, я не буду жертвовать чужими. А жизнями. Что ты делаешь? Выходи. Просто если ты меня найдешь, да, давайте дам подсказку. Корабль. Это единственная подсказка, которую я могу тебе дать. Ой, ты серьезно задумала, что бомба меня взорвет? Нет. Даже бомба меня не достанет. Чтоб ты... Прощай, просто прощай. Блин, просрала. Просрала, в воду упала. Смотри, ты сдаешься? Нет. Нет, я не сдаюсь никогда. Если ты меня не найдешь, ты просто меня убьешь и все. Тогда ты проиграешь. А че они не взрываются? Я же их в лаву кинул. Так в лаве, только они загораются. Есть, Ярик! Вот это жопный взрыв!
Точно, классно получилось. И, друзья, ну что ж, если понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!